Тут сидел дядь Вась. Мы решили с ним немножко выпить. Совсем вот такую капельку немножко. Ой! Грёбаный алкоголь. Где мои курицы? Они же раньше тут были. Грёбаный Петрович! Ля-ля-ля, ля-ля-ля, пойду-ка я в свой курятник. Ля-ля-ля, а где мои курицы? А что творится за ерунда? Что происходит? Если ты меня сдашь, если ты скажешь, что ты что-то видела, я твои вот эти штуки на стену себе домой повешу, а тебя оставлю без них. Все. Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова я, меня зовут Женька, это канал Joy Fox Play, а это игрушка под названием «Симулятор русской деревни». Была тут, короче, туса, такая жесткая туса, и я тут немножко, короче, выпил, да, и я думаю, что нам ехать пора домой, это у нас, знаете, это, господи, голова моя не соображает. Это вторая часть куриного Чикатилы, в общем. Расскажу тебе предысторию. Тут сидел дядь Вась. Мы решили с ним немножко выпить. Совсем вот такую капельку немножко. Ой! Грёбаный алкоголь. Никогда больше не буду пить. Постоянно переворачиваюсь на машинах. Грёбаный мост, блин. Едешь, едешь и постоянно с него падаешь. Ну его нафиг. Пойду я, короче, отсыпаться. Да, кто не смотрел предыдущую серию русского Чикатилы, то есть, точнее, куриного Чикатилы, прошу посмотреть. А я ничего не знаю, мне нужно отсыпаться. С утра у меня будет куриная ферма, да. Хорошо, кто не помнит, мы здесь, короче, куриц собирали, и, короче, они сейчас у меня там яйца несут, все такое, знаешь, такие дела. А вот, если курятник посмотреть, где мои курицы? Они же раньше тут были. Грёбаный Петрович! Да я знаю, что это он украл. Мы с ним вчера вместе пили, я ему рассказал про куриную ферму, рассказал, что я там задумал. Ему понравилась эта идея, это он подумал, что я пьяный, пошел домой и, короче, своровал меня. Все, сейчас я с ним разберусь, ничего страшного. Где этот уродец, блин, стоит пьяный? Вон, я его вижу, стоит, шатается, короче, пойдем с ним поговорим. Курочки мои, собирал я их, собирал, а тут взял один прохвост, блин, и все своровал у меня. Слышь, Прохор! Это был ты? Мы с тобой вчера на дискотеке отдыхали. Ты украл моих куриц, нет? Уродец, блин. Ой, деревня полна воров. Что я предлагаю? Есть у меня тут одна идейка, что можно сделать. Давайте, короче, все с самого начала повторим. Версию куриного Чикатилы. Вот так вот. Серия выйдет в пятницу, немножко она преобразована, в отличие от первого фильма «Куриного Чикатилы». Дело в том, что у меня там, короче, YouTube ругался за музыку, поэтому решил ее удалить и записать просто такое видео. Есть у меня одна, короче, мысля, что я могу сделать. Во-первых, по старинке, блин, как биту убрать? Кто-нибудь знает, как биту убрать? Напишите в комментариях, что я биту не могу убрать. Ладно, пусть меня боятся, думают, что я хожу с битой, значит, я, короче, крутой, лучше со мной не связываться. Мы берем наших курочек. Кстати, да, мы же сменили дом, мы сейчас играем на эмуляторе, может из-за этого, конечно, куриц нету, ну ладно, история умалчивает, так открой, пожалуйста, мне багажник, кладем сюда раз курочку, ты не махай, пожалуйста, раньше времени, блин, зачем я взял биту, а, зачем я взял яйцо, а, пойдем ко мне, будешь жить у меня дома тепло, у меня дома хорошо, чтобы, короче, наших куриц больше не крали, я, наверное, предлагаю их хранить дома, все-таки дом у нас теперь большой. В доме места много, и поэтому я думаю, что мы найдем какую-нибудь маленькую комнатушку, да, для наших пернатых. Пусть там несут свои яички туда-сюда. Так, три курицы. А вопрос на миллион, влезет ли мне четвертая курица в машину? История, конечно, умалчивает, я попробую ее запихать. Кстати, да, досматривай это видео до конца, потому что у меня реально очень прикольная идея, касаемых этих куриц и касаемых этого курятника. Чтобы эта соседка не заподозрила ничего, типа мы там своровали ее куриц, я попытаюсь этих куриц заменить на капусту. А что, я думаю, прикольно, она даже разницы не поймет, она же старая, у нее уже склероз. Она такая, типа, выйдет. Такая, кстати, припарковался, очень прикольно. Такая, а где мои курицы? Вроде с утра только были. А там капуста лежит за место куриц. Прикинь, да? Ну, она даже разницы не поймет. Так, слушай, а если я тебя сюда положу, ты не хочешь здесь как бы жить? Здесь тепло. Здесь хорошо. Нет, не хочет. Курица не дурак. Курицу так просто не обманешь. Я думаю, просто поставить ее около печки, пусть типа здесь тусуются. Но я думаю, вы как лишние друзья. В принципе, дом большой, я здесь живу один. Я думаю, они мне, в принципе, не помешают. С ними же можно разговаривать, наверное. Хотя они тупые, конечно, но да ладно. Сейчас соберем этих куриц.
Сейчас, ребят, мы всех куриц, которые есть в курятнике, свозим к себе домой. Вот. Да, ну, возможно, где-то, может, еще на улице будем подбирать. Сейчас я играю на эмуляторе, мне немного проще управлять машиной и вообще всем этим делом и записывать, потому что, когда играешь на телефоне, большим пальцем постоянно закрываешь микрофон, блин, из-за этого меня бывало не слышно. Но вы просили эту серию куриного Чикатило, я вам ее записал, конечно, не в том виде, в котором она была, но я опять же объясняю, прошу отнестись к этому с пониманием. YouTube у меня жалуется на авторские права, когда я снял эту куриное Чикатило и наложил там трек такой печальный. Что я могу сделать? Давайте без музыки запишем эту серию, господи. Там я трек немножко вырежу, поэтому... Да, блин, почему ты постоянно закрываешь багажник? Что за манит? Слышь ты, курица, залазь, пожалуйста, в багажник и не выпендривайся. Вот, и сиди здесь. Ой, ладно, бог с ним. Так, где еще воробушка? Есть тут какая-нибудь? Нет? Или я всех собрал? Остались только яйца. Ну, в принципе, яйца мне абсолютно пока что не нужны, у меня будут свои. Ну, в том плане, свои яйца, в смысле, курицы будут нести мне яйца, я в этом плане как. Ты ничего, опять же, не подумай. Так, третья курица полезла, еще четвертая влезет. Где достать четвертую курицу? Че ты смотришь-то, а? Че ты смотришь? Тебе что-то надо объяснить, что ли? Что-то сказать надо, блин? Все, лежи. А у тебя сковородка есть? Я ее бил битой, она мне хотела избить сковородкой, прикольно. Я не знал, что у них сковородки есть. Вот и не поднимайся больше. Руку на меня поднимаешь, на бедного беззащитного мужика. Так, есть здесь еще курица? Нет? Вроде нет. Ну вот еще одна на входе стоит, я не знаю. А вообще, если так посмотреть, я вижу вон еще двух куриц. Мы их с тобой, естественно, все стаскаем. Этим, конечно, надо было заниматься ночью, когда все спят, когда никто не видит, как я занимаюсь этим черным делом. Но я думаю, ничего страшного. Ночью мы подготовим... А вы не упадете? Я буду ехать аккуратно. Блин, они падают. А, нет, уже не падают, уже нормально. Ночью я, короче, подготовлю замену этим курицам. Так, одна курица упала, вторая пока сидит на машине. Это меня устраивает. Это, короче, зашибись. Так, курица, иди сюда, я тебя сейчас схвачу. Обниму, прижму. Пойдем ко мне в домик, я тебе покажу, где тут что-то расположено. Короче, вот здесь я сижу. Вот здесь я тоже сижу. Я тебя рум-тур, короче, своего дома провожу. Здесь я тоже сижу, здесь я сижу, здесь я бухаю. Там я лежу, а здесь я готовлю есть. Вот ты, короче, будешь здесь вот жить, со своими товарищами, со своими друзьями, в общем. Ой, нос у меня сегодня чешется. Ой, ладно, короче, давай иди сюда, курица, мы тебя тоже сюда расположим. Эти цыгане, лишь бы меня, короче, не заложили кому надо, то, что я здесь куриц ворую. Кстати, в реальной жизни никто таким не занимается, если вы там хотите попробовать приколоться, записать симулятор русской деревни в реальной жизни, поворовать куриц, не надо. Это чревато последствиями, знаешь. Поэтому в игре этим заниматься можно, в жизни нет. Так, курица, ты на меня так смотришь, блин, бедная. Она мне сейчас там яйца снесет в багажнике, тебе серьезно говорю. Она сидит, она уже тужилась, понимаешь, она сидит там... Тужилась вот так вот. Я, да, я видел. Я чувствовал это. Я чувствовал. Все. Всех куриц мы оттуда увезли. Мы закрываем багажник. Давайте, чтобы уж окончательно добить куриного Чикатилу, мы еще своруем вот этих вот трех куриц, которые здесь есть. Они как бы есть, они... Почему, собственно говоря, нет? Если они есть, почему их не взять-то, а? Они как бы и сами вроде просятся, чтобы я их взял, поэтому... Так. Чего ты идешь сюда, ты? Нехороший человек. Ладно, курица, иди сюда. Да, надо поменьше материться, наверное, в своих видео, потому что это не очень хорошо. Да ты залезься, ты курица проклятая. Вот так вот кинем ее. Ну, все, залезло, все нормально. Так, ты опять ожила, что ли? А, это твоя брат-близнец, твоя сестра-близнец. Ладно, бог с вами. Вы тут все на одно лицо, блин. Какие-то квадратные. Так, осторожно, я не хочу тебя бить. Мне пока не до этого. Блин, пианист, если меня... Опять же, какие-нибудь авторские права пролетят за эту музыку. Блин, мне придется все вырезать опять нафиг. Урубает свою музыку, понимаешь? А я потом сижу как дурак и на рендере все это вырезаю, блин, вырезаю. Делать мне нечего. Че ты лежишь? А, я тебя ударил, я забыл. Память меня в последнее время подводит. Наверное, старый я становлюсь. Мне надо на пенсию уходить, короче. Куриц заводить, короче, машину менять. Ну и уходить на пенсию. Ты меня, блин, тоже раздражаешь, Машка. Так, подожди, а ты не воюешь со мной? Ты трусливая, да? Ну беги, беги. И кидай кирпичи, пока бежишь. Так, что у меня там происходит? Курица, чем вы занимаетесь? Я надеюсь, не этим самым. Короче, Машка, ты уж прости меня, что так получилось, но это твоя судьба, видимо. Ты добить не добил, но хотя бы переехал, ладно.
Кстати, это тоже очень плохо. Так, ладно, хорошо. Давайте выйдем из машины. Остатки вот этих вот куриц. Где куриц? Я их по дороге потерял? А где курицы? Прикинь, я еще один баг игры нашел. Я только что... Что вы здесь делаете? Блин. Вот из-за этой долбанной Машки, мне все курицы выпали из багажника, прикинь. Никак так не делай. Это тебе на будущее будет. Если ты таким будешь заниматься, у тебя все курицы из багажника, короче, выпадут. Иди, иди, приду я сейчас за тобой. Где там последняя, третья? Иди сюда, господи боже. Всех вас надо, блин, сюсюкать, лелеять, цепи, ты не можете долететь. Ты вообще птица или кто? Я вот в прошлой серии спрашивал, ты как-то недоптица, блин. Что ты на меня смотришь так? Давай иди уже. Не смотри на меня так. Я знаю, что я делаю. Вот сюда иди. Вот. Слушай, ну это будет вообще прикольная картинка, по-моему, на превьюшке. Такая толпа куриц. Ну ничего, знаешь, ничего. Зато сейчас же идет коронавирус, сейчас, знаешь, кризис, цены очень высокие в магазине. Ну, у нас, по крайней мере, так, да. А я всем буду обеспечен. Я буду самый обеспеченный, самый зажиточный. Такой, знаешь, прямо барин деревни, короче. Вот, я буду барином деревни. Все будут голодать, просить меня о помощи. У меня будет куча капусты, у меня будет много куриц. Я здесь буду жить, у меня самый дорогой дом. Я еще машину сменю вообще. Я прошу обращаться ко мне, князь Евгений. Да, это дом князя Евгения. Будут так вот говорить местные жители. Я считаю, что все нормально. Курицы. Давайте я вот как-то вот так вот вас, может, зафоткаю. Блин, ты мудила, ты бы серьезно убрал эту биту? О, я убрал биту, хорошо. Как-нибудь давайте вот так вот станем. Ну ничего, в принципе, нормально. Слушай, я считаю, что курятник нам удался в этой серии. Но это еще не все. Если ты думал, что это конец хотел выключить, нет, не выключай, даже не думай. Сейчас мы смотри, что с тобой придет. Во-первых, такие дела надо решать ночью. Реально ночью. Мы ляжем спать. Вся деревня уснет, никто ничего не заподозрит. Ну типа куры, они, наверное, знаешь, пошли куда-то там погулять. Так, тут вылезла реклама, я говорю, пусть вообще думают, что они куда-то там погулять ушли, все эти курицы. Никто не должен заподозрить. Вы здесь. Будет прикольно, если игра сохранит этих куриц в моем доме. Мы закрываем дверь. Типа, чтобы палева никакого не было, да, ты понимаешь, все. Я пошел на работу. В чем заключается моя работа, собственно говоря? Мы возьмем капусту. Кстати, да, вот капусту кто-то сложил, видел? А я тебе говорю, у меня есть капуста, у меня есть курица, у меня есть все вообще нафиг. Капусту кто-то любезно вон туда вон положил. Это, наверное, я переложил, когда у соседки брал. Да ты заколебала, ты лезь, пожалуйста, в багажник, а. Кстати, если ты не смотрел серию «Капустный вор», я тебе советую ее посмотреть, потому что в этой серии как раз-таки мы и занимались вот этим вот самым. Мы капусту забирали и у себя, к себе, короче, это... Не хочу говорить просто слово «воровали». Мы не воровали, мы просто заимствовали. Блин, с капустой очень тяжело, с курицами проще. Курицы как-то там сами докручиваются, долетают. Что сегодня происходит? Машина, открой мне, пожалуйста, багажник. Капуста, кладись в багажник. Багажник закрывай. Мне кажется, проще пешком все это дело занести, бляха-муха, чем вот таким вот страдать. Ладно, хорошо. Поехали мы в курятник. Я думаю, пока все там спят. И мы вот так вот подъедем с тобой, да никто не заметит. Какой-то сумасшедший пьяный дурачок капусту в багажнике возит. Со смехом. Хе-хе-хе. Что мы будем делать? Стой, пожалуйста. Мы, короче, приехали сюда не просто так. Да-да, собери яйца. Мне яйца не нужны. А ты можешь, пожалуйста, как-то вот туда вот залезть, нет? О, так. Ты понял? Ты понял, что я придумал? Бабка даже не догадается. У нее склероз, она ничего не поймет. Так, выйди из машины, пожалуйста. Спрячь биту, я цивилизованный человек. Так, мы берем капусту. Машина. Я тебя поменяю, точно. Ты меня расстраиваешь. Вот. Вот. Капуста, это, конечно, не курица. Ну, чем-то они, может, и похожи, правда, не знаю, чем. Я говорю, проще было так в руках, наверное, донести все это дело, давай. Сколько вы там куриц взяли в этом сарае? Вроде 5 штук там было, да? Или 5, или 4, что-то такое было. Одна, я помню, вот здесь вот прямо на яйцах сидела. Вот здесь вот она сидела. Не, ну, она и сидит.
Это что, по-твоему, не курица, что ли? Это курица. Это я бабке так буду говорить, я просто репетирую, знаешь, чтобы как бы это, слабину не дать, она мне спросит: слышь, сосед, а ты не видел, у меня вот прошлой ночью, прошлым днем всех куриц кто-то украл и капусту оставил? Я скажу: нет, я не знаю этого, вообще не я, что, я цивилизованный человек, хожу с битой, я даже биту не беру с собой, я ее прячу. Кладем сюда капусточку, всю. Да убери ты эту биту, мак, господи, вот лишь бы кому-то битой зарядить. Что ж ты за человек такой? Тебе так драться охота, что ли? Сейчас ночью найдем приключения, подеремся, не переживай. Так, бабки нет, бабка ушла спать. И последняя курочка у нас, ну типа якобы курица, будет храниться здесь. Так, ну и давайте смоделируем ситуацию. Я бабка. Я бабка, я выхожу из дома. Если что, я бабка, все, я бабка. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, пойду-ка я в свой курятник. Ля-ля-ля, а где мои курицы? А что творится за ерунда? Что происходит? Это, наверное, сосед. Я надеюсь, она так не скажет. Ладно, допустим. Кстати, знаешь, что я что-то увидел так краем глаза? У ней там вроде за домом какая-то ферма или что? Я здесь никогда просто не был, вот именно на этом месте. Мне интересно посмотреть, что здесь есть. Здесь есть корова. Тебе можно как-то попасть? Ты доешься, нет? Ты доешься? Ты ничего не видела. Если ты меня сдашь, если ты скажешь, что ты что-то видела, я твои вот эти штуки на стену себе домой повешу, а тебя оставлю без них. Все. Мы с тобой, надеюсь, договорились. Как-то так. Так, ну вот, ребят, давайте будем, наверное, заканчивать на сегодня. Серия получилась вот такой вот сумбурной, но в любом случае ставь лайки, подписывайся на канал и ставь колокольчик, потому что скоро выйдет еще новая серия симулятора русской деревни. Так что увидимся в следующих видео. Всем пока.